В Испании 6 человек погибли в результате пожара в доме престарелых. Огонь вспыхнул минувшим вечером в испанском городе Манкада. Из здания были эвакуированы 70 человек. В результате происшествия 18 человек пострадали от отравления угарным газом. Пострадавших госпитализировали. На данный момент причина пожара не установлена. They heard another explosion and saw the flames. So you're seeing this facade here, these homes.